Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с Национальным телевидением Чувашии представляют проект «Один день с профессионалом». Это не учебная плата, не макет учебной платы. Это уже изделие, которое идет на производство непосредственно. Вместе со школьниками выбираем будущую профессию. На этот раз узнаем все о монтажниках радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Помощники, преподаватели и студенты Чебоксарского электромеханического колледжа. Программу «Один день с профессионалом» смотрите на Национальном телевидении Чувашии 4 июня в 20:30.